Здравствуйте, пришел мой паяльник из Китая. Взял я для своей паяльной станции, которую собрал на Ардуино. Вот, сейчас распакуем, посмотрим, что внутри. Так, сам паяльник, насадки. Заказал я недавно на одном сайте паяльник. Пришел он мне, подключил. При нагреве до 320 градусов начала плавиться вот эта вот пластмасса. Вот я как вижу, здесь пластмасса этот не должен плавиться. Качество хорошее. Но цена его больше где-то в районе 2-2,5 долларов. Что меня очень засмущало, я купил дополнительно такой наконечник. Значит, так, что еще у нас тут? Значит, сам наконечник этот обошелся так же само. Ну, наконечник вместе с насадками. Так же само, как и цена паяльника. Так, сейчас посмотрим, что внутри. Возможно, он без термодатчика. Ну, сейчас глянем. Так, вот цена очень что-то. Так, посмотрим. Ну, одевается плотненько. Может быть, даже до конца достает. Так. Сейчас посмотрим. Так. Ну, вроде как все. Нет, все. Есть, значит, термодатчик. Ну, все. По качеству вопросов нет. Ну, сейчас подключим, посмотрим, что из этого получается. Ну, вот моя паяльная станция. Там, в гараже, который собрал на Ардуино. Ну, сейчас попробуем подключить паяльник. Посмотрим. Работает и как работает, не плавится ли. Так, включаем. Ну, схема очень, кстати, простая. У меня прошивки фен. Ну, планирую в будущем добавить сюда разъем для фена. В принципе, прошивка готова, они небольшие доработки внутри. Ну, по нему я сниму видео позже. Тут у меня здесь получается питание, можно регулировать какое. Ну, так, включаем. Вот, включили мы, задаем температуру. Вот, видим, светодиод включился. Значит, пошло работать. Так, ну, выставим сразу на плавление. Порядка 200-250 градусов наберем. Вот. Вот, все работает. Теперь только посмотреть мне качество самого пластика, плавится или нет. Так, температура набралась, отключается. Ну, сейчас немного подождем, чтобы прогрело жало. Так, да, видео и схемы полностью вот этого своей паяльной станции выложу позже чуть.